Приветище, это Slime Rancher 2. И мы, как обычно, продолжаем собирать слаймиков, получать огромное количество плортов и обустраивать свою фермочку. В общем, план на сегодня у нас, значит, нам нужно срочно, в срочном порядке переместить наших лужиц слаймиков. Они у нас переедут в новое местечко. Сейчас, кстати, плортики надо пособирать. Да и лужиц слаймиков тоже собрать. Вот так, вот так, вот так, вот так вот. Вот это вот все можно снести. Я здесь точно никого не оставил. Да, это все сносится. Оно нам больше не понадобится. Вот так вот. Ай, да, хорошо. О, лортик вот этот забыл. Теперь лучшие слаймы отправляются у нас в ручейки. Настоящие ручейки, а не загонный ручей, который был у них сейчас. Только это будет довольно-таки далековато от нашего основного здания, от нашей базы. Вот сюда вы переедете. У вас там будут кораллы, у вас там будет чистая водичка, можно сказать, почти морская. Купить. Ой, там даже сетка есть для волейбола. Или это не для волейбола? Для чего эта сетка? Покажите мне. Это просто рыболовная сетка. А что нам тут делать? Тут нет рыбаков. Откуда она взялась? А где вода, собственно? Вот, вот вода здесь есть. Надеюсь, что вам тут будет хорошо. И вы не сбежите. Это даже не загон, это природный ручей. Мне кажется, здесь их больше можно даже поместить. Тут еще где-то ручеек должен быть. Где-то должен быть. Вот здесь вот. Во! О, обалденно вообще. И загон нафиг не нужен, кстати, даже для них. Надеюсь, что они отсюда не сбегут. Я, конечно, посмотрю, послежу за ними. Вот. И сюда, наверное, больше 4 можно вместить, да? Потому что прудик такой большущий. Все хорошо, значит, они тут будут у нас жить. А я на том месте построю ферму. Сейчас будем смотреть, что будем садить. Покупаем. Потому что мне нужно же прокормить всех вот этих вот этих слайм-арты. Нужно же накормить как-то чем-то. Значит, у нас есть чудной лук, есть свеклобиение и есть гранитник. Гранитник. Что посадим? Я даже не знаю. Давай гранитник, потому что ранее гранитников у нас не было. Лук был в первом слайм-ранчере. Свеклобиение тоже было. О, нифига себе, какое дерево. Мы первые гранитники. А, блин, гранитник это же фрукт, да? Значит, нам нужно еще один загон, точнее, еще один сад сделать, чтобы... Покупаем удобрения, чтобы посадить овощи. И вот это тоже покупаем. Все. Нам срочно нужны овощи. Потому что у меня раз, два, два загона с овощами получается. Кто овощи любит. Кстати, прикинь, в прошлой серии мы продали с тобой удачно золотой плорт за 450, по-моему, монет. А сегодня он стоит 287. Ты представляешь, как он подешевел? Офигеть просто можно, да? Вот это дела. Вроде бы все у нас хорошечно. Пойду схожу в лабораторию. И надо бы прикупить водяной отсек. Водяной отсек. Вот он у меня все собрано, все подготовил. Покупаем. И теперь я могу стреляться водой, что очень здорово. Вода ненадолго успокоит слаймы и растворит этих ужасных варов. А еще политые растения в саду быстрее растут. Но у нас там поливайки есть, так что мне это не нужно. Пойдем посмотрим, кто нам звонил, что там от нас хотели. И побежим. Все что-то от меня хотели. Бабуля! Тора Вест. Я с ней давненько не болтал. Виктор Хамрис. Ладно, давай поболтаем со всеми по порядку. Привет, Беатрикс. Хотел сказать, что я взломал очередной шифр от этого ИИ. А, понятно, он про ИИ. Про ИИ это неинтересно. Он там своего нового друга нашел инопланетного, с которым болтает. Моти Майлз, посмотрим, что ты расскажешь. Надеюсь, вы что-нибудь мне подарите, а не просто поболтать звоните. Эй, Бея, я тут нашла кое-что и собираюсь уже выбросить, как вдруг пришла мысль. Стой, 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 Бея же любит всякий древний хлам, который для меня бесполезен. Спорю, она будет просто в восторге от этого. Можешь поблагодарить позже. А пепельные цветы? Ну, спасибо. От Моти пользы больше оказалось, чем от Хамфриса. Огден Ордис, ну давай. Беатрикс, рад, что ты позвонила мне. Мне пришли твои фото Радужного острова. Я просмотрел их. Несомненно, такое стоит увидеть. Красота, и чем дольше смотришь, тем богаче выглядит палитра. Однако это неестественно, мне жаль. Но что-то с этим местом не так. Если помнишь, когда-то я был главой одного очень успешного производителя мгновенного питания. Мы создавали генно-модифицированные продукты. Я не горжусь тем, на что мы пошли, лишь бы натуральные продукты росли крупнее и быстрее, а стоили дешевле. Мы лишили их полезных свойств в угоду прибыли. Беатрикс, я говорю так, потому что еще могу определить на глаз, когда растения были искусственно изменены. И прекрасные радужные разводы этого острова перед твоими глазами появились не сами собой.
Точно не знаю, таится ли здесь какая-то опасность для тебя, но у меня от всего этого появились неприятные чувства в животе. Я должен провести побольше исследований и позже вернусь. Будь осторожный, амиго. Так, понятно. То есть Радужный остров, возможно, Радужный не сам по себе, а его таким сделали. То есть искусственно. Тора Вест. Привет, бабуль, моя любимая бабулечка. Пока не забыла. Вот мой небольшой вклад в красоту на твоем новом месте. Мелочь, конечно, но тебе надо постараться и сделать все возможное, чтобы твой новый дом стал уютнее. Колокольчик. Прикольно. Колокол-укротитель. Ну, спасибо вам всем. Спасибо. Бабушка и Моти внесли свой вклад. А теперь мы отправляемся спать, потому что сейчас 8 вечера, а я еще в этой игре ни разу не спал. Спим до утра. Еще нам это поможет, знаешь, чем? Тем, что я здесь посадил дерево. Да, и оно опало. Мы вот эти вот гранитники собираем. Они нам сейчас очень понадобятся. Жалко, что их маловато, конечно. Может быть, еще и капусточку соберем. Подожди. Так, так, так. Нам это все сейчас пригодится, потому что мы пойдем взрывать Гордо. Да не одного, а походу несколько. Ну вот мы и добрались до первого города. Не топырька города. Или не топырек. Не топырька лучше звучит, забавнее. Короче, он обожает у нас фрукты. И любимая еда его — это гранитник. У меня чуть-чуть тут есть 13 штук. Поэтому я ждал, точнее поспал у себя на районе, чтобы у меня дерево выросло с ним. Кормим, значит. Вот-вот-вот, отъедайся, отъедайся, отъедайся. И вот скоро, нет, не скоро, понятно. Я думаю, что пога фруктов мне не хватит. Да, маловато будет ему. Пошел я еще за фруктами. Кстати, мне же пара нефти еще нужна была. Кажется, это она, да? Да! До-до-до, историческое добро. Да-да-да, нефть всегда ценилась. Нашел деревья с гранитниками, но они пока что не выросли. А здесь уже все поедено. Еще нефть нашел. Шикардос. Скоро магнатом стану. Пока тут прыгал, скакал, тайничок нашел. Вот этот он спрятался. Негодник. И что ты нам дашь? Средняя пальма. Эти высокие пальмы будто зонтики из листьев. Отлично защищает от солнца. Ну, круто, чё. Я, конечно, думаю, что гранитник не так быстро растет, да. Поэтому ждать его тут смысла нет. Ну чё, дружок, давай взрываться-то уже, а? 19 пога фруктов. Надеюсь, тебе этого будет достаточно. Но же... Да-да-да-да-да, хватило, хватило. Ха-ха-ха. Вот это я заберу на всякий пожарный. Чё ты тут у нас скрывал? Чё это за пещера? А, это же сквозная пещера для прохода. Ну да, точно. Сейчас, вот я по карте посмотрю, где я нахожусь. Да-да-да, точно, он вот тут вот был. Он перегораживал путь между выходом сюда, сюда и вот сюда. В три места, в три локации сразу же. А следующий город у нас на очереди — это Кристальный. Ну что, я притарабанил тебе огромное количество овощей, даже твои любимые. Это лучок. Да, чудной лук, ты же его обожаешь. А теперь у нас ход пойдет латук. Похоже на лук, но латук. Надеюсь, он обожрется знатненько. Еще морковочка сейчас на подходе. Этого не хватило. Морковочка. Ну же, уже трещит под... Во-во-во-во-во, то, что нужно. Бабах! Наверх куда-то можно прыгнуть. Для чего? А для чего мне сюда запрыгнуть? Здесь что-то спрятано, что ли? Ладно, допустим, вот я сюда взбираюсь. Так, что-то где-то тут спрятано. Он не просто так здесь, фонтанчик был. Можно туда сходить, там карту мы открывали. Там Миуровый гордо сидит. Допустим, давай здесь сейчас пошатаемся, посмотрим, куда это нас приведет. Какой, о, здесь огромный фонтан. Вот это я понимаю, прудик, да? С водопадом. Лучше с лаймом здесь кайфовенько. Очень красочное и красивое место. Кстати, морковки, знаете, держите. Я знаю, что вы не любите, но... Она так плавает, как поплывок. Кто же для красоты вам пойдет? Насрал там, взял в пруду. О, это же мед. Это же мед, кажется, это мед. Не чисти. Давай-ка заберем его. Жужжащий воск. А, я думал, мед. Ну, ок. А чё тут? Я не понял, для чего этот фонтан был. Тут явно где-то тайничок, наверное, должен быть. Либо это вот сюда, к пруду, запрыгнуть нам дали, посмотреть. Что. Вот пруд здесь есть такой красивенький. Прикинь, короче. Здесь я взорвал город Кристальный. Я думал, зачем же этот водопад? А я думаю, ты тоже задавался этим вопросом. Я такой прыгаю. И смотрю, там что-то как-то проблескивает. Давай еще раз сейчас подпрыгнем.
Думаю, неужели там тайник? Такой, дай-ка я туда слетаю. И опа, и здесь пещера тайная. И сюда вход только через водопад. Я такой, нифига себе прикольно, но тут вроде ничего нету. Она пустая. Вообще абсолютно пустая. Как бы вот такая вот пещерка. Может, сюда потом что-нибудь затолкают. О, лавовая гора, из которой лава течет. Я так близко к ней еще не подбирался, круто. Бежим вон туда, к Меуровому городу. Хочу посмотреть, что там у нас внизу. О, пара нефти, вижу внизу, тут тоже пара нефти. Так, Меуровый у нас любит каменистых куриц, поэтому надо будет их где-то тут найти. Вниз прыгиваем. Здесь еще ниже можно. Пары нефти у меня теперь просто вагон. Отлично. Это очень хорошо. О, тайник. Обалдеть. Не зря спустился. И там он тоже водопадик я где-то видел. Вон там вот, вот смотри. Чё-чё-чё? Набор из двух устройств. Синее варп-хранилище. Отлично. Варп-хранилище это всегда нужно. Давай мы туда прыгнем. Вот сюда. Тут у нас что-нибудь есть? Ага. Курица, кстати, нам понадобится. Иди сюда. Сейчас буду забирать куриц. Для того, чтобы откормить двух гордо, которые обожают мясо. Это Миуровый и Бомбовый. О-о-о, золотой слайм, золотой. Черт. А, ну я успел. У него плортик один стрельнуть. Что бы выкинуть? Ладно, воск, извини. Золотой, еще один золотой плорт. Как раз бегал, куриц собирал. И у меня было достаточно мяса, чтобы его накормить. И вот, пожалуйста, я его покормил один разок. И он дал мне золотой плорт. Это уже второй раз, между прочим. Но, кстати, насколько я помню, вот именно золотые слаймы, они едят вообще все. О, денежный. Вот денежный как раз-таки... Нифига себе, что это на вас напало? Вот денежный как раз-таки он... Блин. На, еще мясо. Он только мясо ест. Денежный. А золотой все ест подряд. Даже плорты может съесть. Ну, круто, он мне немножечко денег подкинул. В кои-то веки, блин. В кои-то... А, вот это ку... Что за ку... Старый кукарекен. Ну... Блин, у него даже глаз, по-моему, нет. Да? А, ну, они у него закрыты. Похож на рогатого петуха. Тут дофига варов, а я вспомнил, что у меня же наконец появился... А, я здесь не могу воду набирать? Блин. Хотел пострелять варов водичкой. Тут же где-то пруд был. Вот он, пруд. Вот из него можно же набрать? Да, отлично. Пойдем постреляем-ка. Эй, вар. На тебе воды. Водички, испей, отмойся от грязи. Ну, четко. Все, их тут больше нету. Всех замочил. В прямом и переносном смысле. Кстати, давай посмотрим слаймопеди, что говорят про денежного слайма и про золотого слайма. Хочу поглядеть. Так, слайм удачи. Он ест мясо. Любимого у него ничего нет. А золотой слайм? Понятно. Он, у него нет никакой диеты и любимой еды тоже. Но на самом деле он ест вообще абсолютно все. Наверное, кроме ресурсов. Ну че, миуровый слайм? Я притащил тебе мясцо, но я думаю, что этого будет маловато. Но давай попробуем. Значит, вот курица. Я тебе еще и чайку притащил. Ну, в смысле, морскую курицу. А здесь почему-то морской курицы называют. Вот она. Как тебе? Нормально, да? И вот тебе петух еще. Маловато. Понял. Пошел еще собирать. О, тайничок нашел, пока спускался. От Миурового города. Янтарный кипарис. Кипарис? У меня этих кипарисов уже целая куча. Еще один тайничок нашел. Долететь бы до него только. Топлива вроде хватает, отлично. Дайте модуль какой-нибудь, а. Не растение, пожалуйста. Пожалуйста, серое варп-хранилище. Ну, тоже пойдет, ладно. Полосатый! Я притащил тебе любимую твою курицу. Держи. Каменистый же, правильно, сейчас подери. Да, каменистый, держи. Ну-ка, трещишь? Да, уже трещит. Давай вот это немножечко. Вот это мне понадобится. Так, он взорвался, что? Телепорт? Это телепорт? Подожди, курица. Курица, кажется, утопилась одна. Или я все собрал? Так, и куда этот телепорт меня отправит? Посмотрим-ка сейчас. О, чуть за место, куда это я? Я отсюда домой улетел? Крутяк. Так, только я не понял, где это я нахожусь. Что это за пещера? Я неужели ее не находил? Что это я потерялся, мальца, ребятки, подождите-ка. Вот курицу. А-а-а, нифига себе! Точно, я же вон туда хотел залезть.
Давным-давно я туда залез, по итогу курицу возьму. Я такой думаю, что это за заяц такой? Да-да-да, я сюда хотел залезть. Потом я сюда залез, увидел вот этот телепорт. И такой, ну ладно, есть и есть. А тут вот где-то, да, мы нашли тайничок. Вон он тайник. Ага, все, вспомнил. Понял, где мы. Ясненько, окей. Возвращаемся обратно, нам нужно откормить еще одного горда. Ну чё, бум, горда. Я притащил твоих любимых курочек. Их совсем чуть-чуть, десяток. Тернистая курица твоя любимая. Вот так вот. И вот эту вот. Он даже не трещит еще. Ладно, пойду еще пособираю. Надеюсь, что сейчас я зайду. Я тебе тут такой ассорти подобрал. Прям вообще капец. Эх, чуть-чуть еще, буквально чуть-чуть. О, наконец-то. О, стенку сломал. Так, и что мы тут имеем? Ух ты, нифига себе. Ничего себе, целых два штуку подряд. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, алмазик, здорово. Он мне как раз нужен. А тут чего? Телепорт в тлеющую долину. Односторонний телепорт, который взламывает древнюю систему порталов на Радужном острове и перемещает в тлеющую долину. Это здорово. Блин, тут опять какие-то здоровые ворота, которые как-то нужно будет нам потом открыть, чтобы попасть вон, вот сюда, вот в эту сторону, вот тут часть острова. Там что-то будет очень интересное. Блин, это как, знаешь, с порталом, с вратами Таноса. Что-то подобное они сделали. Давай почитаем. Тут явно есть какое-то объяснение. Эти врата тоже все еще запечатаны, так что до меня здесь наверняка не было никого с тех пор, как это место забросили. Именно тут возникли первые сомнения. Со мной будто говорили инженеры, эдакие решатели всех проблем. Люди, которые могут починить то, что я хочу показать. Но когда мы вышли из лабиринта и встретились здесь, на их лицах были улыбки. Они почуяли наживу. Та компания отправила своих белых воротничков, а не инженеров. Не похоже, чтобы они вообще задумывались о стабилизации. Вскоре после этого все рухнуло. Короче, он сюда привел типа инженеров, думая, что это инженеры. А это оказались чуваки, которые просто хотели бабла здесь срубить. Ну и дальше все тут рухнуло нафиг. Так что вот, какие-то такие дела. Вот это взрыв. Блин, я думал, тут дальше проход будет, но нет. Получается, что все, здесь мы все зачистили на вот этом острове. Нам осталось отправиться теперь вот сюда, на этот островок, и посмотреть, что же там. Но это уже будет в следующем видео. Так что не забудь поставить лайк под этим роликом. Не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео, на котором мы, собственно, с тобой и увидимся. Так что до встречи!